Полтора месяца в редакции печатного издания медиахолдинга «Вечерний Магадан» идет ремонт. Журналисты ждали его не одно десятилетие. Помещение пришлось полностью освободить от компьютерной техники и мебели. Но выпуск главного магаданского еженедельника не остановился и не задержался ни на день. Телевизионному подразделению медиахолдинга пришлось временно принять коллег на своей площадке. Но, как говорят, в тесноте, но не в обиде. Во-первых, глаз радует ремонт уже. Лед тронулся, господа присяжные. Теперь уже парадом командует подрядчик там. Все, что можно было сломать, все негативное уже в нашем впечатлении сломано, теперь только созидается. Очень приятно, что теперь все проводка будет совершенно новая. Не та старая алюминиевая труха, которая была, это и все будет теперь и эстетически, и для здоровья, и еще и с точки зрения пожарной безопасности будет все правильно. Правда, в любой бочке меда может оказаться и ложка дегтя. Сегодня в помещении вечернего Магадана, где приютились все сотрудники на период ремонта, в одном из кабинетов частично обвалился потолок. Обошлось без травм. Дело в том, что дом по Карла Маркса 33/15 постройки начала 40-х годов прошлого века, с деревянными перекрытиями и засыпанными полами. Все это дает о себе знать. Но ничего, теперь телевизионщики вечернего Магадана живут надеждой, что и у них когда-нибудь сделают ремонт.